Наконец-то. Наконец-то мы добрались до альбома «Августа». Наконец-то во всех смыслах, да. Потому что релиз был в августе, да, а сейчас уже не август. Релиз был 26 августа. А сейчас у нас уже, да, месяц прошел, короче. Да, месяц прошел, поэтому почти 26-го тоже, да, выпускаем 25-го. Очень интересно мне посмотреть, что сделал август. Так, здесь как что-то зашифровано, да, типа что-то написано. Вот типа вот на ковре, да? Почему оно так идет? Что там стерто? Или это изображение, которое надо, вот как там они называются, глазами так типа делаешь? Сейчас поймаю. Нет, да? Нет, наверное. Почему стерты какие-то вещи? Как это называется? Знаете, эти картинки, блядь, которые 3D? Как они называются? Забыл, как называется. А, 365 написано, да? 365 и написано. 5, да, 6, 3. Блядь, пиздец. Что-то там, бля, в шары ебусь, короче. И 26-го, да, 26-го там кругляшок обведен, что типа вот день выпуска, да? Все понятно. 365. Да. Стереокартинки вроде. Не знаю, ну вы поняли, да? Эти вот эти картинки, где надо, да, когда кто-то не умеет это делать, надо подносить, относить, хотя там ловится за одну секунду это 3D изображение, блядь. Вот. Давайте посмотрим, что нам приготовил август. Я считаю, что здесь могут быть вполне себе неплохие тексты. Потому что август вроде получал большую базу, я помню, на прошлых треках. Какие-то треки есть в плейлистах за 2021 год. Наши замечательные, замечательные плейлисты, вы можете найти по ссылочке. Пока на Яндексе, не, да, на Яндексе. В телегу можете подписаться, чтобы голосовать за треки или альбомы обязательно. И вообще там, ебать, много чего происходит. Там пиздец, жизнь кипит. Жду качества. Жду качества. То есть я верю, что в этом альбоме может быть треки, которые мы прям много можем добавить. Я хочу добавить дохуя треков в плейлист. В мейнстрим, конечно же, да, мейнстрим. Вайб, скорее всего, будет такой, ну, плавный, да, то есть, блять, это не там гличи гиперпопы, да, наверное, хуй его знает, нет, трэпчик, наверное, какой-то, может быть, плак или что-то еще, может, какой-то етап чуть-чуть есть, ну, что-то должно быть такое мягкое, легкое, вайбовое, да, наверное, хуй знает. Надо посмотреть. Главное, треки до конца дослушать. Да, конечно, будем дослушивать до конца. Интересно посмотреть, что, типа, да, это вот по названию там ЗАЗа, SpaceX, сам не свой. Алло, 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 да, таймер, АФК, спасатель, Коко. Или Сосо, может быть, Коко или Сосо, непонятно, бонус трек, да. Лейбл C+. Супер. Есть ли здесь какой-то... Есть ли здесь какой-то концепт? Все-таки 365 называется, да, там, дней, да, там, в году, и вот вся хуйня, по звуку, по смыслу, есть ли концепт, или это сборник треков. Интересно, интересно. Короче, я думаю, что это хорошая работа должна быть. Сосо, да, Сосо Павлиашвили, да. Ну, по крайней мере, написано, что есть интро. Wake up. Ну, вейкапаем, чё, слушаем? Сейчас посмотрим, может быть, есть что-то. Тут-ту-рут. Послушали мы Людакриса на стриме до этого. Кто не слушал, послушайте трек Людакриса 21 года. Старичка, который делал 25 лет назад. Пиздец, неплохо. Не 25, 20, да. Нет, нету, короче, нету. Все, слушаем. Слушаем, дурачок, wake up. Жду качества. Да, жду качества. Погнали. Аировата. Почти Айрвата, да? Айрвата, окей. Я просыпаюсь, ночью снова видел сон. Иду от волны, я иду за горизонт. Деньги с неба, я закрываю зон. Но я щипнул себя и говорю им стоп. Я хочу в жизни да запрыгнуть в эту ламбу. Я хочу прыгнуть выше головы на небо. Что со мной не так, но все нормально. Я говорил с деньгами, говорю им делать сольдо. Шай фейка сольдо. Просыпаюсь ночью, чтобы деньги делать днем. Очередной брейншторм. 365 на мне спек на целый год. На свободе до сих пор, но мне удачи на джекпот. Если я курю с гэнгом, гас на нас дерьма на целый год.
не качался, но он посадил ее жопу на спор. Собирает сезон Харвест, но он растил ауто. Я проснулся, ты не знаешь, сколько время. Я проснулся, ты не знаешь, какой сейчас год. Не могу уснуть, я тусу из-за тебя. Но я вышел из дна лучше, чем я был до. Я просыпаюсь, ночью снова видел сон. Готовит голову, я иду за горизонт. Деньги с неба, я закрываю зон. Но я щипнул себя и говорю им стоп. Я хочу в жизни, да, запрыгнуть в эту ламбу. Я хочу прыгнуть выше головы на небо. Спрашивают, что со мной не так, но все нормально. Я говорил с деньгами, говорю им делать сольбу. Я китаю трек, мешаю его с алко. Мешаю с фейком, я пью все это залпо. Голодный парень получает свое тако. Мешаю в мысли о том, что я сделал с тобой. Я 105-й день и вижу сны, как Сальвадор. Я чувствовал это еще, когда был далеко. Иду на свет, я иду через этот коридор. Огромный океан и этот колдун мой кровь. Я не забираю ее, если она не будет бить. Иду на юго-запад, но мне эти голубые птички. Погода как дропаут, но я кидаю тем людям спич. Мое сердце изо льда, я пробудился, будто короли. Заканчиваются переходы, есть? Есть переходы. Ну, все-таки маленькая пауза между треками слушается, да? Есть переходы, поэтому, соответственно, будем дослушивать до конца и потом вот слушать. Переходит во второй тречок. Тут есть клип, да? Насколько я понимаю, вот это же клип, да? Нет, давайте сначала разберем, что происходит здесь, да? Потом посмотрим видос. Что здесь происходит? Здесь есть очень хорошая структура. Очень четко MC чувствует свой флоу. Каких-то дырок, проебов нету. Сложных ритмик излишней, которые вот прям типа не вяжутся с этим нежным, аккуратным вайбом, тоже нету, да. В принципе, под музыку все красиво. Голос где-то... О-о-о, вот эти вот чуть-чуть местами, как будто нотами какими-то, буквально слогами конкретными, мое слышится чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. Но в целом, то есть, если послушать хотя бы один парт, там, припев или куплет, не будет этого, это не моё. Это не Фенди, как бы, ну, все нормально, да, все ровненько. Все ровненько. Ну, Young Way вообще, он, ну, у него вообще очень-очень... Вот стиль, кстати, да, у него прям такой узнаваемый. Вот эта вот история. Ждем альбом, кстати, тоже. Так, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Яндекс.Музыка хуета, на Спотике нет таких пауз между треками. Ну да, то есть там, я думаю, что это в настройках просто надо где-то посмотреть, да, чтобы было без этого. Мы же просто в основном по одному типа треку, ну, слушаем, да, чтобы оно сразу не перескакивало. Поэтому, по-моему, тут в настройках стоит, чтобы были паузы. Если ничего не путаю, если путаю, ну, значит, блядь, нету, да. Все нормально. Да-да, выбрать переход. Я думаю, есть настройки тут, конечно. Сейчас гляну, я посмотрю. Так. Да хуй знает, ладно, потом. Что-то настройках не вижу. На споте тоже есть переходы, но их можно убрать. Ну, пока слушаем отсюда. Да. Красиво, вайбово. Рассказал о себе, да, вот интро, почему вот он, типа, говорит, с деньгами, что со мной не так, все нормально, там, хочет, хочу то, хочу это. Просыпаюсь ночью, чтобы деньги делать днем. Неплохой текст, кстати, да, неплохой текст. Осмысленный текст, нормальный. Для вот такого легкого вайба, да, вот эта вся история. Трэпчик такой, вполне себе, да. Чё-то на брейншторм, ты же ставит на меня стоит на целый год, и с вами до сих пор мне удачен джекпот, если курю с гэнгом газ на неделю, на целый корт. Ну, окей. Бро не качался, но он посадил ее жопу на спорт. Нихуя себе. Короче, как я понимаю, тут имеется в виду, типа, на ее жопу на спорт посадил, типа, чувак, потому что он не со спортом связан, а связан с бабками, да, посадил на спорткар, типа. Дэм. Неплохо. Да.
Окей. Август, wake up. Ну, допустим. А. А нет, что-то происходит. Да, нихуя себе. Старкрафта звук либо зажигается пилон, либо Science из Старкрафта первого, либо Science Vessel матрицу защитную вешает. Да, тоже соды Колбена, да, где он там все прыгал, летал, это. Ну, тут другая анимация. Да, понятно, ну, это в принципе... А, нет, есть, да, дальше? Есть дальнейшее. Вот чуть-чуть не очень смотрится, да, когда оно прям повторяется сильно, там эпизоды много. А, видишь, типа тут есть, и мы, получается, смотрели одни и те же куски для того, чтобы дойти до сюда, как бы, да, где тут есть новая вещь. Ну окей. Следующий трек. Алло. Ну допустим. Вот представляем мы, да, что, к примеру, это должен быть концепт, например. Лаймер Макс. Судя по аватару, Людакриса творчество он не застал. Ну, может наверстать, конечно, да. Слушаем. Алло. Погнали. Надеюсь, мой бро выйдет по УДО. Он сидит, потому что я пока. Не забудьте похлопать, нам станет ло. Я курю большой блан прямо в одного. Я забрал этот пак, ожидая Ниссан. Он базарит, как будто он чей-то фанат. Они хотят войны, я пулапаю в цель. Это по карабану, Александр Ван. Как будто ретрит, я бью барабан. Им нужен ретвит, говорю им камдаун. Им нужна форма, говорю им когда. Отхитнул один баф и упал на диван. Мой кап королева, грязная Диана. Свобода легенда, фрикарма, фриганы. Экси Коутейн, лав быстрее спидрана. Эти броки все рэперы наполовину. Я базарю на факте, им стало обидно. 22 литра дыма на эту кабину. Твое слово, там Макс чуть не сделал их сыном. Твое слово, он год, ты знаешь причину. Не верят все сцены и теперь кричат нам. Лечу по дедлайну, лечу это чарты. Для капель, для рада анчарты. Дозалил и теперь курю шербет. На мне фрукты, как Росери Маркет. Но не скейл, сюда большой пакет. Тоже вот переходик, да, был в конце. Так, ну... Так. Почему тогда это, да, не интро, например? Лёгенько так, красиво. Хорошо сделано. Ощущение, что он сведён, звучит немного. А, он, наверное, выходил, да, синглом этот трек. По-другому звучит немного. В рамках альбома. Угу. Красиво. Красиво, да, длинный куплетик, да, и аутро. Все, чисто по куплету прошел, ничего не задушнил, все ровненько, аккуратно.
Вот, но как будто бы да, как будто бы такое, такая вот структурка могла быть у интро как раз-таки. Как будто бы такая структурка могла быть у интро. Да. Расфокус, да? Да-да-да, камера, да, расфокус. Не хочет она, не хочет она мне снимать. Не хочет она мне снимать. Смока пусть снимает. Да. Давайте посмотрим. Да, вообще, да, не хочет, короче. Устала камера. Устала камера, пиздец, походу. Да. Да. Да, блядь, это не та майка, которую можно выебываться, бро. Устала камера, устала. Не хочет она снимать меня, да. Опять говна там. А, нет, это старая, да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Да. Камера выебывается, пиздец. Неплохо звучит. Неплохо. Нету как будто целостности небольшой. Вот, как будто бы я бы хотел этот трек видеть вместо интро. Реально. Как будто бы я его вместо интро бы хотел видеть, и было бы норм, да, этот трючок. Давайте посмотрим. Так. Давайте посмотрим, что дальше. Сам не свой. Следующий трек с Фенди Глоком. Produced by Foreign Way. Факты они хотят фот. Мне стало все равно, попну на голодный желуд. В этом мерзе много места, не знаю запах маршрут. Я сам не свой, траки как будто цой. Помню, как было не, больше туда не ногою. Я сам не свой, когда трес, я сам не свой. Без лина я сам не свой. Без пилзов я сам не свой. Узкий круг, словно я среди масон. Выгляжу так сон. Лиза зря новый день, но мои привычки старые. Она зовет меня к себе, но лучше б я ехал за бар. Я курю на Арбате, вся моя жизнь туманит. Она плохая, сука, я залетаю сзади. Когда в Европе трапим, в России аккуратен. Опережаю время, но я не пунктуален. Мне стало все равно, попну на голодный желудок. В этом мерзе много места, не знаю запах маршрута. Я сам не свой, траки как будто цой. Помню, как было не, больше туда не ногою. Я сам не свой, когда трес, я сам не свой. Без лина я сам не свой. Кайф, кайф. Без пилзов я сам не свой. Очень красивый трек. Хаваю таблетку, меня сильно мажет, короче, да, камера. Угу, угу. Переходик, короче, не будем скипать, да? Так. Что вам хочу сказать? Хочу сказать, что, в принципе, очень крутой трек, да. Очень крутой трек, очень красивые вайбы чуваки делают. Да, что-то с камерой какой-то пиздец творится, да. Камера не хочет, короче, работать совсем. Поэтому попробуем что-нибудь сделать с этим делом, да. Да,
Сейчас, братва, секунду. Все должно быть норм. Должно быть норм, братва. Сорян за такую хуйню, да, но я думаю, что это будет лучше, чем я сейчас буду сидеть, да, типа, и она дальше будет мне мазать. Да, поэтому пусть лучше так попробуем. Слушаем. Короче, этот трек, скорее всего, пойдет в плейлист. Сам не свой, который, да? Скорее всего, он пойдет в плейлист, реально. Поэтому это прям заебись. То, что он сильнее двух предыдущих, ну, на мой взгляд, очевидно. На мой взгляд, это очевидно. Следующий трек. БКВД. Я подъезжаю в руках, это начал клуба. Клянусь богом, скажу правду, свида Петербург. Начал чувствовать эту вину. Нихуя себе, крутой какой бит. Очень интересно с Августом сочетается. Я дышу газом, меня открывай люк. Сказал оставаться сильным королем. Back wall, back wall. Я курю back wall, back wall. Back wall, back wall. Я курю back wall, back wall. Когнит на мне Марчел, как гурманы на мне торплю. Дул долго, будто есть выбор. Дул долго, но есть так срок. Глаза наши в этом паке. Еще победа, я молю слов. Предлагай мне свои советы. Не любовь, я прошел дно. Я смог, но не залезть. Весь смог, без записи. Но вы враги на мне. Вот охуенно вот это прям. Вот этот парт очень крутой. Каждый день, каждый день. Так вам все поздно говорю обратно. Шоким спрайдом она так хотела быть. Хай свет и рум теперь остались. Вода была. Бей надо слов, мы потом погоним. Я курю back home, back home, back home. Да. Охуенный трек. Реально, очень крутой трек. Не знаю, лучше ли он, чем сам не свой, но он сильнее, чем первый и второй трек. Реально. Очень красивый вайб, необычный, своеобразный. В принципе, мне бы хотелось, чтобы этот трек увидели люди, потому что, ну, по крайней мере, по инструменталу, по вайбу, да, по тому, как сочетаются ритмики с таким красивым инструменталом. Вполне себе заебись история. Вполне себе заебись история. Ну, бля, пока слушаем. Пока треки идут, короче, по возрастающей, да? Значит, дальше что-то может быть очень крутое. SpaceX, погнали. Nate 22.
хотели тепла, но мое сердце on frozen. Я высоко, будто SpaceX, и мой сквад это soldiers. Они хотели бы август, я пропадаю надолго. Они думают, я спятил, но я копил на миг тонко. Они хотели бы, чтобы я упал, руби как будто рог. Тонко это итовский сленг, да, по поводу больших джипов. Да-да, тонко подразумевает американский производитель игрушечных грузовиков, тонко подразумевается большая машина, обычно популяризирована американским рэпером Итом, да. Вот мы когда последний альбом разбирали, крайне на новый альбом Ита, да, там он очень часто этой тонкой, блядь, душнит, короче, да. Такой сленговый его, сленговая история. На Boosty залит альбом этот, потому что англоязычный. Группа, по мне кто-то уже утро, будто бы медленно мне лунная пудра. Ради пиква, там далеко колеса. Мой брови так обидол, когда она не скрывает долу. На мне огонь, на мне нужно водо. Я в этом дерьме не просто попоя. Но я надеюсь, ты лоя. Она берет мой тик, будто ой. Проходку на сотни. Платят самый реверб и триоли. Грязнее стакан нужен топпинг. Бэби думает, что она онфли. Борит заценить ее аутфит. Чувствую себя как Фредди Меркури. Она узнала меня и надела Барбери. Они хотели тепла, но мое сердце on frozen. Я высоко, будто SpaceX, и мой сквад это soldiers. Они хотели бы август, я пропадаю надолго. Они думают, я спятил, но я копил на Биг Тонг. Они хотели бы, чтобы я упал, руби как будто рок-группа. По мне кто-то уже утро, будто бы медленно мне лунная пудра. Хотел бив теперь утро, это все ради Биг Ва. Я вдали как Ализа, попробую так обидол. Когда она не скрывает дало, на мне огонь, на мне нужно водо. Неплохой трек. Да, вот тут тоже идет как бы переход. Неплохой трек, но типа, на мой взгляд, точно уступает двум предыдущим. Хороший вайб. Сейчас. Но чего-то необычного, яркого, да, мне кажется, меньше, чем в Бэквуде и чем сам не свой. Мне кажется, Бэквуд и сам не свой сильнее треки, чем этот. Неплохой трек, ровный. Не сказать, что там какие-то косяки, да, там у Августа, типа, что-то не так. Прикольно делает весьма. Ровно очень держит свой флоу. Ритмики хорошо меняет, биты чувствует. Вот это вот шапа-да-да-да-да-да-да-да. Где-то даже вот эта вот самобытность узнается, да, вот эти, от этим таким легким шепотом, да. В принципе, оттачивает свой стилечек Август. Но два предыдущих трека, мне кажется, норм. Да. Так. Ну, следующий трек давайте. Заза. Команда $1000, это шип за границей. Пепел с Бэквуда падает на дорогие джинсы. $2000 это шип за границей. Быть бедным это выбор, а не продолжаю злиться. Пепел с Бэквуда падает на дорогие джинсы. Я засыпаюсь в кровати, продолжал дымить. Лочон не имеет сердца. Затеканные стены диктовали этот текст мне. Насчет имеем средства. Заза и дизайнер, выражение протест. Окей, докурил, заролил заза. Я знаю то, что ты куришь не заза. Хотел разбить тебе сердце всего раз. Она картина, выбирая краски. Я слышал твой базар, я слышал твой базар мимо. А мне живые шлюхи, бро, я не ношу Нина. Она крошит дерьмо на каталоге Суприма. Снимайся таблами, если уж ешь из лестина. Бля, что-то вообще не его, вот этот не его бит, да? Вот только поговорим. Такое ощущение, что это вообще какой-то старый трек. Какой-то старый трек. И типа он, ну...
Не его флоу, не его история это. Вот предыдущий, да, 4-5 треков даже. А вот это не то. Все не останется без имени. Дым выходит из меня, и я легко воспламени. Оставил я футболку вместе с сердцем, так что береги. Теперь не отвечаю, ты жду, когда перезвони. Перезвони. Перезвони мне. Ну, может быть, рок-стар. Формат $2000, этажев за границей. Быть бедным — это выбор, они продолжают слиться. Пепел с буквы падает на дорогие джинсы. Я засыпаюсь им в кровати, продолжал дымиться. Лоу, чёрт, имеет сердце. Затыканные стены диктовали этот текст мне. На счёт, имею средства. Но я про реализацию. Реализация слабее здесь гораздо. Вот этот стиль — чуть слабее реализация. Не, не чуть, значительно слабее реализация. Да, прикольный расклад, бит охуенный. Идея прикольная. С точки зрения реализации, Бэквуд и сам не свой, реализация просто на голову выше. За эти занял выражение протест. Окей, докурил, заролил заза. Я знаю то, что ты куришь не заза. Хотел разбить ей сердце всего раз. А на картинах выбираю краски. Да, да, тут другое исполнение, и сразу реализация становится менее качественной, потому что этот стиль, мне кажется, дается хуже Августу. Он более легкий, более вайбовый. Я думаю, что да. Поэтому, блин, вот Заза как будто бы выпало немного. Следующий трек, ББ, с Ники Цунами. Вот это снова мы возвращаемся куда надо, по-моему. Скипас. Вот эта четверка вообще охуенная, как и Цунами. Но мне меньше лик. Черный и белый, как будто метис. И там, где жил, было много крыс. Не хотят войны, а покажу пис. Как меня ждут, я на тебя дис. Нужен нарколог, колдыни на пис. Но сзади попал в мой топ-тайр лист. Давно не в школе, но проебал ты. В жизни я не бабич. Как я с ней не знаю, что я сэвидж. Она любит со мной щирать кэбич. В космосе высоко, мы Space Cadets. Зелень на мне даю брэк, как будто сэндвич. Выгод дому дерьмо, будто моя main bitch. Боди головой, она умеет special language. Я секрет от них, окей, я как будто меди. Раз, два, три, я уже украл у бэйби. Четыре, пять и шесть, и она станет моей lady. Очень бейболюбный, я не могу себе верить. Один из сильнейших треков. ББ. Следующий трек АФК, сейчас послушаем. Один из сильнейших треков. Очень интересная идея, да, вот мне очень нравится, когда артисты настолько переплетаются в треке, и они делают там построково, по две строки, да. Это тяжело, честно, да, мне тяжело, если бы вот не было написано, я бы нихуя вообще не понял, кто из них кто, да, кто как читает. То есть вот здесь, где прям вот так, да, ну, это пиздец. Вот это интересный парт. Интересно, в принципе, да, и здесь сделано от Августа. Угу. Очень хорошо они вот закрутили вместе, да, и очень красивый трек вайбовый получился. Мне понравился. Кайф, кайф, кайф. Произношение слов не знаю, все ровно. Все ровно.
произношение слов, как бы, самое главное, как оно задумывается. Как оно задумывается. Если он так задумывает, значит, оно везде одинаково так должно быть. Если оно везде одинаково, ну, по крайней мере, в той четверке, в которой это звучит, все супер. Все супер. Там произношение, реализация, это все вкусовщина. Главное, чтобы артист справлялся с тем, что он сам задумал. Сам он лично задумал, вот чтобы он справлялся. Это будет охуенно. Здесь очень ровно все сделано. Даже не знаю, может быть... Блять, вот... Ну, короче, у нас прям вот четенько так... Пока вот три трека, да, есть. Сам не свой, Бэквуд и ББ. Следующий трек АФК. Доступен на благо, но для тебя нет, я не хочу отвечать. Я вылил экзал, этикеты заснул, теперь смог кем-то стать. Я курю экзотика и папа экста, не могу отдыхать. Да все больше крипта, меньше рэпи, и не могу их ждать. Эй, постой, 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 парень, отстой, отстой. Теперь настой, настой, как он тебя расстроит, настрой. Я не слушал эту песню раз. Я разве эту песню не слушал, да? Ну, я же слышал эту песню. Ну, блядь. Я помню же, что я слышал. Нужны мертвые лица, убитые фейстами. Я не хочу флексить рублями. После сана и окей, импровизирую, даже не держит руками. Окей, машина быстрая, у нее в сумке оставил поблистро. Адерол на смузи из миксера. Они хотели бы, чтобы все потерял. Я смотрю назад, ведь я смотрю в глаза. На меня опять динамика увеличивается, и опять август. Ну-ка смотри, большой чек, рассмотри. На скорость ваш пошел, да? Доступен для блага, но для тебя нет, я не хочу отвечать. Я вылил XO, этикеты застой, теперь смог кем-то стать. Я курю экзотикой, папы экста, не могу отдыхать. Дай все больше крипта, меньше рэпи, и не могу их ждать. Гоу, постой, постой, мой парень, отстой, отстой. Теперь настой, воствуй, как он тебя расстроит, воствуй. Бей, постой, постой, мой парень, отстой, отстой. Теперь настой, воствуй, как он тебя расстроит, воствуй. Зарекламим, да, РЗТ неизданная, то есть, по-моему, я даже его, типа, заливать не стал, да, этот трек. Вот это туда, короче, в сторону ЗАЗа, да, больше. Чтоб за границей быть бедно. Да, это туда, в сторону, короче, ЗАЗа торчок, который чуть-чуть не про его историю. Вот единственное, что тут мне не нравится, это то, что треки не целостно звучат, они звучат по-разному, по громкости, они как будто бы из разных времен, из разных стилей. Вот это сложность своя. Да, то есть у нас есть РЗТ неизданное, если что, да, вот Пепе Вип, наш замечательный модератор, он ведет, соответственно, канал, и если какие-то вещи не заливаются сюда, он старается заливать их туда, поэтому, если что, имейте в виду, на Ютубе есть такой канал. Вот, поэтому, блин, такое, да. Следующий трек «Таймер». Да, начинается, когда скорость от августа, да, какие-то несвойственные ритмы, да, нежному вайбу. Семь грехов и семь разных видов драга. Деньги прыгают, они делали этот сальдо. На мне целый клуб, было, но да, сегодня еду домой. Like the way I move, baby, повторяй за мной. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Теперь измеряется таймером, быстрая тачка, быстрая жизнь. Им все равно и с каким-то характером, просто хотят получить бенефит. Бэби у клуба и больше, чем треки, и нравится только лишь мой аутфит. Бывает стаканом, выхожу на сцену, и в 8 утра это будет машпит. Я навещал брата, заехал на худ. Он бежал быстро, говорил за джут. Я оформил им час, не хватает минут. Их рука глобуса поджигал вуз. Не боюсь этой грязи, как будто бы спрос. Я не спарю на скорости рэпера гуд. Я даю им челно и реальнее. Те, кто базарит за стрит бодж. Я перезвонил маме, я буду сильнее. Я говорю, бро, мы сможем. Он не пел этот хайд, это вок. Окей, в его ботл, сенс крош. Они говорят в спину, они говорят за мной. За мной. Нет. За мной. За мной. Ну типа как SpaceX, короче. Типа как Wake Up, наверное. Да, туда.
Туда к лидерам, к трекам лидерам это не попадает. Типа ББ, да, там Бэквуд сам не свой, нет. Это типа второй эшелон, короче. Это не ЗАЗа, конечно, с АФК, но это не первый эшелон треков, да. Вот. Ну, так сказать, на три псевдоэшелона разделим треки, да, которые, вот, мне кажется, не его вообще, и который норм, все четко, ну, просто норм. А есть, который прям охуенчик. Охуенчиков тут три штучки пока, вот таймер туда не попал, к сожалению. Аутро у нас идет. Да, идея. У нас вот уже аутро началось. 10 треков, да, и 2 бонусных трека у нас еще есть. Вот оно, аутро, все. Ну, окей. Loving to feel. Альбом в 10 треков. Если считать, что это типа законченный концепт, то я не вижу здесь концепта, если честно. Да, не вижу этот концепт. Самое главное по звучанию, я тут его не вижу. Да. Стиль есть, блядь, все есть. Вот его, вот эта тема его, да, такая спокойная, прям спокойная, вайбовая, красивая. Вот этот бит, как вот в этом треке 365, вполне себе его история, да. Мне чисто вот по выбранным раскладкам, по вайбу понравился первый куплет больше, да. Припев неплохой, первый куплет вообще прикольный. Да. Ну, в общем, как-то так. Ну, вот здесь, да, сейчас посмотрим. ББ, да. Бэквуд сам не свой. Что из этих треков будет поинтереснее? Парочку можно будет даже запихать. Послушаем еще, да, 2 бонус трека. Спасатель. Погнали. Я как будто спасатель, кидай воду круг. Растворился меньше, чем за 5 минут. Потушила джойн, сосет мне без рук. Воу, воу. Марин сирена, не свет от луны. Топку повторить, я стираю за ты.
Как нахуй? Алиби, блядь, что-то алиби какое-то. Чё за нахуй? Алиби. Помните, да, этот трек? Пиздец же похож, нереально вообще. Чё-то там, пи-пи-пи-пи-пи-пи-хуи-пи-ми-ми-ми, вот эта вот история. Очень похоже по нотам, пиздец просто. Я как будто спасатель, кидай воду круг. Растарился меньше, чем за 5 минут. Потушила джойн, сосет мне без рук. Марин сирена, не свет от луны. Кнопку повторить, я стираю. Припеви норм. Припеви норм, вот. Темнее в глазах, все даже не вернуть. Чувство на сам говорит, их забудь. Этот дым замораживает мою грудь. И он заморозит, пока она просит. Я закрасил лоус, и все дело в соусе. Дай мне воды. Я понизил тебя слово. Правда реально. Напомнила прям пиздец, не знаю почему. Дальше нормально вроде. Дальше норм. Не хочу папы дать мне повод. Из-за этой привычки потерял слова. Я как будто спасатель, кидав эту круг. Растарился меньше, чем за 5 минут. Потушила джойн, сосет мне без рук. Марин сирена, не свет от луны. Кнопку повторить, я стираю годы. Весь этот капель не стал выходным. Или Фенди, или Гунфарт. Что-то, короче, очень, да, очень похоже на что-то, пиздец. Не знаю, как оно похоже, хотя я не вижу какого-то прямого байта, ритмика или еще чего-то. Ну вот, пиздец, встает трек этот, и все в голове. Да. Так, сам по себе трек неплохой, да, весьма. Неплохой, реально. Сам по себе трек неплохой. Сказать, что он чем-то вот прям интересен и может потягаться с топ-3 треками, я думаю, что нет. Там в этом. В драмке, в бите, по-моему, то ли этот снэр-клэп, блядь, что-то, короче, это. Как-то он не так он вставал, и он постоянно мешал и выбивался, бля. Топ-3 трека отсюда, да, с альбома имеется в виду. Да. Со-со. Погнали. GB Beats. Прикольные биты, кстати. Вот. Интересный бит был прошлый. Я не знаю, что она может запрещать. Когда любовь забери, я влюбляюсь. Молодость, забери меня, чтобы я не заигрался. Ты высокий, но шутер играет баски. Так хотят бифты, не хотят драться. Да, я на экс и еще говорю зайц. Свои деньги молчат, это пустая кость. Смотря на меня, намекает на колку. Знает, что август не делает колку. Они все утонули, я посмотрел в окна. Большие охотники, я слышу топы. Кики мне говорит, это колку. Кажется, помню первое фото. Это для вечеринки автобус. На мне модели отдарили глаз. Юго-западный газ мне показывал лоб. Выбираю таблетки, я будто бы ворк. А мне сказали сказать, что любят. На мне все стоят, фей. Может, что звонит за фактор молодой. Я буду рисковать, чтобы получить деньги. Не трогай меня, не твой бизнес. Не трогай меня, не твой бизнес. Бля, зачем этот трек? Зачем? Зачем он здесь? Для чего он здесь? Чтобы мы просто... потеряли атмосферу и не кайфанули? Для чего он тут? Зачем? Надо убирать лишние треки. Похуй то, что они остаются в столе, мне кажется. Это не страшно. Надо прям самый сок только, вот самый сочайший сок выбирать. Сейчас настолько люди, блядь, разбалованы, да, что какие-то там вещи, да, этого... надо срезать все свои вот
малейшее что-то не то, что-то не нравится, что-то где-то некачественно, из чего-то выбивается, все, скип. Пусть на альбом доходит, я не знаю, 30%, 20% вообще всех работ, но это должны быть пиздец работы. Бонус-трек, не знаю. Вот «Спасатель» — окей. «Спасатель» — базару нет. А вот «Сосо» — не знаю. «Коко», блядь, нет. Трек охуенный, слушать просто как демо. Ну, блядь, если слушать просто как что-то, да, можно что угодно слушать, и это будет круто. Если слушать этот трек как трек своего друга, да, это вообще заебись тогда будет трек. Не знаю. Короче, три трека. Три трека, да. Я вижу тут хороших три трека. Сам не свой. Вот. Не ногою. Я сам не свой. Вот эта история прикольная. Да. Потом, я думаю, что Backwood добавим и ББ. На мне Марчелл, как гурманы на мне торплю. Дул долго, будто есть выбор. Дул долго, но истек срок. Глаза наши в этом пекле. Еще победа, мы слов. Это 100% отлетает в плейлист. Плейлист РЗД Мейнстрим 2022. Бэм. Да. Так. Заза норм трек, но он норм именно задумкой и инструменталом. Вот это как будто не его стиль немного. Вот в чем дело. Весь кейк сияет, будто йол. Они больны, но надолго. Я сам не свой, перемешивал сон. Переготовлю все, думали. День на мои привычки старые. Я зовет меня к себе, но лучше б я ехал за Барби. Блять, какой фит добавить? Какой-то один фит давайте добавим. Пишите, сам не свой или ББ. Хуй знает, с Фенди или с Ники Цунами. Сам не свой, сам не свой, сам не свой. ББ, сам не свой, сам не свой, сам не свой. Ну, сам не свой побеждает вроде. Флом за зазу не выкупил. Может быть, бля. Может быть. Хуй знает. Сам не свой. Базару нет. Давайте добавим его, да. РЗТ Мейнстрим 2022. Бэм. Да. Добавили. Так, ну, в общем, как-то так. Пока не целостная работа, конечно. Нецелостная работа. Мне кажется, Августу еще предстоит себя раскрывать. Реально. Чтобы это прям вот было что-то прям вот пиздец крепкое, да. То есть это не Sosa Music от Платина, ну условно. Нет. Это не Mio от Джимбо, да. Хотя там, ну, блядь, не прям пиздец альбом, но четенько там. И концепт как бы есть, история, и то все. Из последних альбомов. Не знаю. Sosa Music хуета, имхо. Пишет, не знаю, бро, я считаю, что это пиздец крутой альбом Sosa Music. Пиздец. Почему у нас здесь платина? Потому что это альбом года, 2021 года, по мнению. По моему мнению и по мнению наших зрителей, да. В общем, вот. Поэтому, блин. Начало раскрытия реализации Августа. Возможно, да. Сказать, что я получил то, что хотел, не совсем. Честно говоря, не совсем. Да, есть, конечно, хорошие треки. Есть хорошие треки, но хочется, блядь, более крепкого продукта еще. И он может ведь это делать. Да, что касается текста, 9 баллов. Да. Что касается текста, 9. Структура или ритмика? Бля, ритмик очень много разных, интересных. Какой-то трек задушнил он, да вроде не особо, реально.
Ничего нет душного. Аутро 2.40, но оно не душное совершенно. Интро, бля, аналогично. Остальные все треки четенько. Вот 2.59 с Фенди, да, сам не знаю. Мы еще и поставили его, блядь, в плейлист. Не, все, все, все нормально. Что касается ритмики, пиздец. Ритмика даже в коку, и то заебись. Ха. Спасатели везде. 9.10, блядь, хуй знает. Ну, 9, допустим. 10 не поставлю за счет того, что как структура и в атмосферу, типа, да, идет там концепт какой-то, стиль, там то, что там демка. Ну, демка это сейчас за реализацию, там пиздец, ебанем вниз конкретно, конечно. Демка вот на 5 реализация. Остальные треки, которые не по стилю где-то, ну, вот сюда. Ну, вот где-то, типа, есть треки на 10 баллов реализованные. Не знаю. На 9-10. Где-то вот так, наверное. 7, наверное. Хуй знает. Сейчас, ладно, давайте так. Сам не свой, это девяточка, наверное, да. Бэкут тоже, наверное. Никит с нами, да. Потом Коко 5, блядь, 6. Это, где-то 7-8, хуй знает, 7-8, да, 7-8. Ну, учитывая, что, да, треков, пусть 8 будет, да, пусть будет 8. Индивидуальность и харизма. Так, ну вот, как гостей. Хотя, блядь, там вот эти треки, да, с реализацией тоже, там, Заза, хотя это... АФК, таймер, да. Спасатель, SpaceX. Бля, 8 как будто дохуя даже. Три трека девятку получили. Эти там 5-6. Не, дохуя 7. 7. Здесь 8, да. Здесь 8. Атмосфера вайб. Ну вот. Сам не свой 5 баллов. Реально. Бэкут 5 баллов. ББ 4-5, да. На четверку, тройка, четверка, да. Тройка или четверка? Не двойка точно, я думаю, что не пятерка. Тройка или четверка, да. Тройка или четверка? Наверное, четверка ближе. Наверное, ближе четверка. Да, вот так, наверное. Четверка, трендовый все актуальный жанр, ну, бля. Даже вот эти треки. Продолжаю злиться. Пепел с буквы падает на дорогие джинсы. Я засыпаюсь. Стой, отстой, отстой. Теперь настрой, настрой. Как он тебе расстрой, настрой. Бля. А, все правильно, 7, да. Да, хотел сказать, не 8. Да. Так. Лопнул и потерял лобу. Потерял. Все. Парень, отстой, отстой. Повторяю, 4 или 5 тренд? 4 или 5, хуй знает. Хуй знает. 4 или 5, не знаю, 4 или 5 тренд. Может даже 5, скорее всего, да. Скорее всего, даже 5. 69 баллов, да. Скорее всего, 5. 69 баллов, братва. Да. Трэпчик, да, в основном, да. 69 баллов. 69 баллов. Да. Бам. Да. 69 баллов получает альбом августа. Че у вас там? Ставка даже была. Сколько баллов было на ставку? Как раз мало нужно, чтобы получить 69 баллов. Если музыка трендовая, то есть если мы разбираем какой-то пиздатый альбом, где какая-то альтернатива, да, там, и то тогда там множитель в тренде будет конченый. Там может быть 2, 3, там, да, и база, бля, вот такая может быть, а... Толку не особо дохуя. Здесь как бы вот такая история. А, 70, 62, 69 ставка была. Нихуя себе, прикольно. 70 баллов ставка была. Не планируешь ли вам Монро послушать? Я думаю, что пока нет. Пока вряд ли успею, смогу. Так, из хороших треков давайте все-таки, да, потому что тут есть трек, который, так сказать, ну не очень, да, был не очень. Давайте Backwood, наверное, все-таки пусть будет, да. Вот, ох, ебать, что это такое вообще?
Чё, блядь? Откуда это все? Откуда это скопировано? А, из этого, из названия альбома, понятно. Да. Да, так. Да, Backwood. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Послушаем, да? Лучший трючок. Тут надо заценить, потому что синглов мы слушали немного, и это не лучший сингл был явно. Я подъезжаю громко, это наши клубы. Я клянусь Богом, скажу правду, с виду обидеть Бога. Начал чувствовать это вино, высоко виноградный, как и мой бэквуд. Дышу газом, меня открывай люк. Сказал оставаться сильным королем. Backwood, backwood, backwood. Я курю backwood, backwood, backwood. Я курю backwood, backwood, backwood. Ну как все-таки, наверное, 8, да, хоть и весь альбом. Я курю backwood, backwood, backwood. Как инкогнит на мне Марчелл, как урманит на мне Торплю. Дул долго, будто есть выбор. Дул долго, на истек срок. Глаза наши в этом пеке. Еще победы, я молю слов. Предлагай мне свои советы. Я прошел дно. Я смог, но не залез. Твой смог не забить. Но вы враги на мне. Буду причер лечить. Да, бэбэ, будь там мне. Каждый день, каждый день. Вот, короче, да, то есть, бля, вот для меня август, вот в моей голове август — это 80 баллов, да, вот реально. То есть август — артист, который может выдавать охуенные треки по вайбу, с очень интересным текстом, с разнообразными ритмиками, с очень таким нежным, блядь, охуенным флоу, да, эротичным, сука. Вот. И с интересными переходами, даже с контрастами на красивые биты. То есть это чувак 80 баллов, реально. Альбом, ну, не лучший, да, для августа, честно. Вот реально. Есть хорошие треки, но так, чтобы это был альбом пиздец крепкий, нет, он от этого артиста не показывает. Вот, вот в полную силу его. Это альбом не в полную силу августа. Вот реально. Не в полную силу августа. Август — это 80 баллов. Вот конкретно вам говорю. Он очень сильный артист. Вот, то есть я думал, дохуя наберет альбом. Я думал, наберет под 80 или 80 даже. Смотрю, треков немного, думаю, не задушнил, ничего. Наверное, отобрал лучшие. Думаю, 80, пиздец, крепчайше. И что-то нет. Потому что, думаю, блядь, ритмику он держит, текст делает. Уже, думаю, там девяточки, бля, восьмерочки по вайбу сделать. Трендовость 5 будет, думаю, железно, блядь. По вайбу альбома, ну, 4-5. Думаю, ну, туда пиздец, короче. Прям вот много-много это будет, дохуя. Реализация выбранного ритмику, думаю, оттараторит, все сделает. Как бы это будет красивый, целостный, мощный продукт, блядь. Вот тебе как этот трек. Ну, нет. Пока это не так. В любом случае, спасибо. Спасибо Августу, да, за красивый вайб, за шикарные вещи. Мы как минимум добавили 2 трека в плейлист, поэтому ждем от него качественных работ. Я думаю, что ему есть куда расти, он сам это знает. И, конечно же, будем следить за его творчеством. Да, респект, поэтому...